из иншоземных областей. Не, неправильно, гостем с иншоземных областей. Гости, 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 кто сти есть нямака гости. Гости, 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 кто сти с кем сти, дести, что сти, дести, что сти. Маменька, маменька, иди сюда, быстренько, быстренько. Маменька! Ты чё, маменька? Ты чё это за вавилоны у себя на голове такие устроила, а? Не, папенька, ты чё забыл? Чё забыл? Ты чё забыл? Чё забыл? У меня юбилей скоро. Ну чё это забыл? Я поэтому тебя и позвал. Да ты чё? Да, я тебе на твой юбилей подарочек приготовил, а? Да ты чё? Ага, я для тебя твоего любимого певца пригласил. Неужели мой любимчик? Ага. Натуральный блондин. На всю страну такой один. Маменька, отстись, опустись давай на землю-то. Что такое? Да у меня на этого натурального блондина натуральнее никаких денег не хватит. Что это? Для тебя Бомжуткин петь будет. Мой Бомжуткин. Ага. Моя любовь. Да. Целых две песни споет. Только две? Ага. А три он не потянет? Маменька, три я не потяну. Дороговато. Да, и еще он особо отметил. Что такое? Что? Условия свои поставил. Какое такое еще условие? А чтоб никто из гостей не был в красном. Что это? А потому что во всем красном будет он. Потому что, как он объяснил, вокруг одно бычье. И еще особо отметил, чтоб... контингент был поприличней, чтоб ни одной кислой рожи, и чтоб гости сочетались с его талантом. Да где ж мы таких возьмем? Вот и я говорю, где? Я поэтому тебя и позвал. Давай, 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 думай, кого пригласить. Подожди, подожди. Давай, давай. Тогда перво-наперво надо пригласить Светку. Светку? Да, давай, она типа культурная. Ага. Она никогда не скажет, мне надо выйти. Она обязательно скажет, извините, у меня биологический перерыв. Вот поэтому твою Светку приглашать-то и нельзя. Что это? А чересчур умная. Он недавно с ней и с Лёшкой Шейкиным сидели в ресторане, певицу слушали. Ну? Так она сказала, что у этой певицы глиссанда на одну восьмушку опаздывает. Лёшка Шейкин чуть со стула не свалился. Вот мы ее как раз с Лёшкой Шейкиным и посадим. Да, с Лёшкой? Да, он такой шутник. Ага. Он в шутку 1 апреля не вышел на работу. Да. С тех пор и не работает. О, вот ему это за то, что он начальника своего зацепил. Как это? Сказал, что у них на работе сливки общества самые жирные. Подожди, да. Лёшка тоже не вписывается. Нет, это чё, это Лёшка и не вписывается. Ну подожди, певец спроси, что публика была поприличнее. Ну да. Ну, а у Лёшки неприличные анекдоты. Это какие у Лёшки неприличные анекдоты, а? Не, ты чё забыл? Чего? Не, ты чё забыл? Какой анекдот рассказал на моем дне рождения? Господи, да что в этом анекдоте, а? Что ты к этому анекдоту придралась? Ты подумаешь, анекдот, а? Мальчик спросил папу. Папа, почему попка разделена по вертикали, а не по горизонтали? И тот говорит, чтоб при беге не хлопало. Да-да-да, чуть со стыда не сгорела. Да ты пока со стыда отгорела, ржала громче всех. Папенька! Ну ладно, давай тогда этого... О, кинорежиссера пригласим. Этого, как его, как... А, о, Никиту Сергеевича. Это дорого. Недорого. Это дорого. Недорого. Дорого. Ты про кого подумал-то? Я про Кошмаркина. А этот недорого. О, нет, слушай, его тоже нельзя. Чё это? У него сейчас ухо красное. Чё это? По рассеянности оговорился. Хотел сказать жене, милая, завари чай, а вместо этого сказал... Ты мне, швабра, всю жизнь поломала. А у нее как раз швабра в руках была. Она как размахнулась, как дала прямо в ухо. Да с красным ухом нельзя. Никак нельзя. Певец спросил, чтобы ничего красного чтобы не было. Ничего не было красного. Тогда подожди, тогда подожди. Да. Тогда давай позовем Нинку. С
ее Кондрашкиным. А, Нинку с Кондрашкиным, давай. Отличная образцовая семейная пара. Да? Да, они друг дружку дополняют. Да? Особенно в машине. Он рулит, она типа на тормоз давит. Никого любит. Любит, чтобы он всегда был рядом. От нее только слышно, рядом. Ну, она тоже может палку-то с лихвой перегнуть, а? Что это? А вот на прошлый Новый год, а? Они не успели войти. Кондрашкин тут же за бутылку. Так вот эта Нинка твоя команду перепутала. Хотел сказать фу, а сказала фас. Слушай, что началось, а? Кондрашкин за бутылку, Нинка за Кондрашкина, мы за Нинку. Еле оторвали от бутылки. Опозоримся перед артистом. Точно опозоримся. Не опозоримся. В этот раз коньяком будет заведовать моя мама. Коньяк это дорого. Недорого. У моей мамы коньяк типа самогон. Бьет сразу и наповал. Ну слушай, ну вот это вот все неэстетично как-то. Зато дешево, надежно и практично. Слушай, а давай тогда эту. Карминскую. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, заёрзал. Ага. Если будет Нинка, то карминскую нельзя. Это почему это, а? Потому что это карминская была интрижка с её Кондрашкиным. Да. Да, и Нинка их застукала. Да. Когда он её катал в метро на эскалаторе. Нинка рассказывала, что ты карминская, отчасться, перилы и ступеньки поехали в разные стороны. О, карминская, вот дает, вот. Слушай, папенька, да. А что я мучаюсь с этим начесом, а? Зачешу волосы назад, да и все, да? Маменька, окстись, где у тебя волосы и где твой зад? Папенька! Ну ладно. Нет, все-таки, маменька, как же это сложно, вот чтобы все со всеми сочетались-то, а? Вот маменька моя со всеми сочетается. Ой, да кто по поводу твоей маменьки с тобой спорить-то будет, а? Ты вообще к моей маменьке относишься без уважения? Да? Да. Я помню, как ты ребенку сказал, что детей находят в капусте. Да, в капусте. Да, мальчик тебя спросил, нашу бабушку тоже нашли в капусте? Ты говоришь, да, квашеной. А моя маменька требует себя особого внимания. Да я внимательный к твоей маменьке, внимательный. Вон, я ей недавно крем для губ купил. Крем он купил для губ под названием «Момент». А потом целую неделю ее из тюбика кормили. Ну, это твоя маменька с ее характером. Что? Тоже вряд ли понравится этому певцу. Слушай, а что мы носимся с этим певчим, а? Да. За такие деньги он уже в лифте должен свою арию начинать. А я из-за него на свой день рождения приличных людей не могу пригласить. Отменяю его, красавчика. Ты что, маменька, окстись, нельзя. Я всем сказал, что у нас на юбилее будет певец. А юбилей без певца сейчас не юбилей. Так вот, какая-то пьянка одна. Я сама спою, я тоже голосистая. Да ты что? Ты что? У тебя ж голос, как у простуженной вороны. Папенька! Я замечал, ты когда в ванной петь начинаешь, сосед тут же включает перфоратор. Папенька! Ну ладно, бог с тобой. Отменяй этого бомжуткина. Нет, все-таки я настоящий муж. Что это? А потому что если муж прав, да. Ну вот ради жены говорит, что он не прав, значит он точно настоящий муж. Все, хватит начесывать. Иди, зажигай. Зажигалка! Папенька!